депутаты обратились, что ДК содержится в общем таком ненадлежащем состоянии. Глава Химок Дмитрий Волошин проводит осмотр Дворца культуры «Родина». Причина – жалобы депутатов и родителей. И первое, что бросается в глаза – состояние гардеробной. Каждый год я выделяю бюджет вам содержать на здание. Да? У вас есть полы, которым 60 лет. Вы что, не можете поменять на современный пол? В прошлом году Дворец культуры «Родина» отметил 60-летие. Родители и педагоги говорят, что некоторые кабинеты ремонтировали в ДК более 20 лет назад. Облупленные стены, старая электрика и, как следствие, слабое освещение. По словам Дмитрия Волошина, капитальный ремонт в «Родине» не за горами. А до этого можно просто хотя бы освежить? Вот здесь реально старше меня, вот эти вещи. Но это ничего не стоит, это вообще ничего не стоит. Покрасить шторы, поменять полки современные, повесить, дать нормальный свет. Многие из родителей поддерживают идею главы Химок и хотят, чтобы дети занимались в лучших условиях. Я вожу дочь в студию, театральную студию «Теремок». Нам очень нравятся педагоги и очень нравятся занятия, но здание требует ремонта. В 2021 году многие родители вышли с инициативой реконструкции ДК «Родина». Ее поддержали химкинские депутаты, а затем за предложение по капитальному ремонту проголосовали сотни горожан на сайте «Хижи онлайн». В зале прохладно, в большом, где проходят концерты. Дырки в полу чувствуются, когда идешь иногда под линолеуму. Мы голосовали за реконструкцию и ремонт ДК на сайте «Химки. Интересно жить». Поэтому хотелось бы, чтобы мы были услышаны. По поручению главы Дмитрия Волошина уже подготовлен проект капитального ремонта и собрана вся необходимая документация. Подали заявку в программу правительства Московской области, в программу губернатора «Культура» на возможность проведения этого капитального ремонта в ближайшее время. Мы надеемся, что мы пройдем все процедуры отбора и согласования для того, чтобы уже спланировать начало капитального ремонта на 2023-2024 год. Ну а пока в ДК «Родина» будут заниматься текущим ремонтом. На сегодняшний день обновили малый театральный зал. В ближайшее время начнут проводить в порядок остальные помещения для комфортных занятий детей в секциях и кружках.